Всем привет! Выходные уже совсем близко, и самое время составить планы, как и где их лучше всего провести. Разберемся вместе прямо сейчас. Мы начинаем этот уикенд с кино «Под открытым небом у ладьи», тем более, что в программе любимая остросюжетная классика, которая откликается как в мужских, так и женских сердцах. «Мистер и миссис Смит». Сразу после «Побег из Шоушенка». Фильмы покажут также в субботу и воскресенье вечером. В самом курортном дворике города сегодня вечером традиционный джазовый концерт. Музей модерна снова приглашает самарцев на душевные вечера в последние летние деньки. А в субботу приглашают на открытие выставки «Искусство, скука, деньги и досуг». Продолжение проекта «Модерн в городе», который охватывает основные сферы досуга горожанина рубежа 19-20 веков. В их числе две большие темы – синематограф и спорт, получившие активное распространение в городе в эпоху модерна. В музее Алавина открыли уникальную выставку икон и картин Григория Журавлева. Она завершает годовой цикл памятных мероприятий об удивительном иконописце в России. Аналогичные выставки уже прошли в Москве и Санкт-Петербурге. В коллекции представлены в Самарском музее иконы и картины из разных уголков страны, в том числе из Государственного Эрмитажа. В воскресенье самарцев приглашают на поэтический концерт фестиваля «Пробуждение древних». Мистическая атмосфера, живая музыка и великая поэзия Гумилева, Ахматовой, Блока и других позволят не только отдохнуть от суеты, но и заставят задуматься о потаенных страхах и желаниях. На этом же все. Всего вам доброго, отличного настроения. До встречи!